Всем доброе утро. Я только проснулся, решил выйти на улицу и прогуляться. У нас 10 утра и уже 32 градуса жары. Жарко, невыносимо просто. Там душно. Сейчас пройдусь по красивому нейборхуду. Смотрю, что да как. Решил сделать первое мое видео. Хочу посмотреть, как это будет. Интересно увидеть это все на большом экране. Такие красивые дома. Пальма, ананас. Сверчки повсюду. Вот такие красивые дома в городе Дестин, штат Флорида. Сейчас пытаюсь пройти до озера с той стороны. У меня сегодня выходной день. Наконец-то можно отдохнуть. Сейчас собираемся на пляж, потом на обед, а потом домашнее дело. Такие красивые дома. Там собачий парк. С той стороны детская площадка. И с правой стороны озеро. Куда я иду? Какие красивые пальмы. Здесь тоже. Здесь, конечно, уже не так красиво, но все же. И вот почти озеро. За этими домами уже озеро. Интересно, что там. Я там уже не был 2 месяца, получается. Даже больше, наверное. Там детская площадка. Домики, домики, домики. Вау. Это тюльпан, да? Нет, это не тюльпаны. У нас уже тоже осень, листья падают. Такой красивый а-ля парк. Good morning. Все, мы почти пришли. Сейчас за этими домами там уже будет озеро. Так, с той стороны, да. А я только проснулся, у меня еще хриплый голос. Надо с кем-то поговорить. Так. И вот озеро, озеро, озеро. Вау. Получается, здесь могут тоже зайти, да. Все такое зеленое, много пальм. Если мне так жарко. Такие задние дворики.
что-то мне кажется, что неправильно иду. Оп-оп-оп. Так. Ай. А неправильно. Не с той стороны зашел, нужно было заходить с этой стороны. Сейчас дойду. Озеро с той стороны. Нет. Дубль 2. Мы возвращаемся. Возвращение к озеру. Все, бегу назад. Ух-ух-ух. Так-так-так. Все, мы вернулись. Такая роскошная пальма. Это с финиковая, да? Финики, финики, финики. А нет, это не финики. Ну, похоже. Я помню, в том месяце продавался этот дом второй за 430 тысяч штук лапана что-то. Да, 430, точно. Ой. Все, точно вижу озеро. А с той стороны уже новые квартиры. Это квартиры 2020 года. Еще некоторые даже достраивают, по-моему, да. Construction. Итак, парк, парк, парк. Фу. Как же жарко, ужас. Новые квартиры. И парк. Парк. Вот такой парк. Это получается как центр города, и такие большие деревья, даже не верится. Сейчас дойду до входа. Там должны быть лавочки. Возможно, кто-то ловит рыбу. Возможно, кто-то с собаками играет. Итак, вход в парк. Надо попробовать на каяках поплавать здесь. Вот так тихо и красиво может быть в центре города. Идеально. Просто место для релакса. Парк пустой, никого нет.
идеально. Сейчас дойду до края. Такие вот скамейки. Здесь люди иногда ловят рыбу. Сейчас часто вижу, как люди вечно ловят рыбу здесь. Вот так. Это такой мини-парк нашего нейборхуда. Вот и все.